Всем привет, с вами Иван Бер, и вы на моем канале. И сегодня я для вас подготовил убойную тренировку для проработки дельт. Первое упражнение – тяга подбородков в смите. Необходимо стремиться увеличивать силовые показатели в этом упражнении. Чем больше вес, тем больше дельты. Выполняем в следующем порядке. Первый подход – 20 повторений. Второй подход – 15 повторений. Третий, четвертый и пятый подходы – по 10-12 повторений. Второе упражнение – жим гантелей сидя. Это упражнение, в принципе, можно ставить и первым, но лично мне нравится его выполнять вот именно вторым упражнением, поскольку мышцы уже разогреты, и это упражнение лучше так чувствуется. Выполняем 4 подхода по 10 повторений. Третье упражнение. Разведение гантелей в стороны в наклоне сидя. Вообще это упражнение универсальное, его можно выполнять сидя, стоя и уткнувшись головой в стену. Выполняем 4 подхода по 15 повторений. Ну и, наконец-то, четвертое упражнение, которое мне безумно нравится, это разведение гантелей в сторону плюс подъем гантелей перед собой. Делаем эти упражнения одновременно. И не гонитесь за большими весами, это добивающее упражнение, посему больших весов тут не нужно. Выполняем 4 подхода по 8 повторений.